Добрый день! Для тех, кто хочет пораньше получить результат, можно уже приступать и к посеву пеларгонии. Тогда она вас и дома порадует уже цветением, и высадите в открытый грунт, либо в контейнере. Вот у Золотой Сотки Алтая сегодня нашла такую интересную серию Green. Различные цвета представлены. Вот такой двухцветный. Это Green Vlasta. Чисто белая, белоснежная. Растение хорошо тем, что... Вот, посмотрите, какие шары красивые, розовые. Чем оно хорошо? Куст компактный. 25-30 сантиметров. Вот. На значке указано. Большой шарик бутон соцветия 12-15 сантиметров в диаметре. Очень много-много обильно цветет. Формирует куст компактный, но большой по диаметру. Вот Green Simona. И вот такая нежно-розовая ярко. В общем, очень красиво должна смотреться. Компактно. Красиво, обильно цветущие. Рекомендую, кто любит пеларгонии, попробуйте. Это зональная пеларгония, зеленолистная. Очень красивая. Мне вот, наверное, надо будет вот такую попробовать. Вот именно она мне бросилась в глаза.